Всем привет! С вами канал Артмания. Привет-привет! Привет-привет! Ставьте лайки! Ставьте лайки! Вот, и сегодня мы вам покажем, как у нас иногда проходит утро. Так бывает, конечно, очень-очень редко, но бывает. Сегодня нам на завтрак с Зимочкой, особенно Зимочки, завтракать нечем. То есть вечер готовить кашу, она стоит там свеженькой в холодильнике, как бы я уже давно так не делаю. Обычно с утра, но с утра уже времени нету. Вот, и последние дни Димочки уже 3,5, 3,10 уже даже, в принципе, уже можно, раньше было нельзя. Мы завтракаем вот таким вот геркулесом, он продается в Магните, это самые обычные геркулесовые хлопья. Вот, я сейчас буду делать две тарелочки и Диме, и себе. Диме. Посолите все яд. Зачем посолить? Сахар мы добавим тогда. То у нас еще там кубики сахара лежат. Сахар мне подай вон в красной крышечке. Так, сколько я себе ложек-то добавлю. Ой, что-то дрогнуло. Видно? Так, и Димочки. Чуть-чуть еще. Вот. Потом мы добавляем, у нас есть вот такие вот хлопья. Диме очень они понравились. Они дорогие, правда, конечно, дороговато достаточно стоят. Должны хорошо бы, конечно, было, если бы они были подешевле. Потому что раньше, когда похожие хлопья стоили вообще очень дешево. Я помню, что тогда декоративная крыса была. Я ей такими хлопьями ее кормила. Быстро завариваешь и все. Так, Димочка. Вот так, смотрите, очень красиво смотрится. И себе немножко. Можно ли тут посолить? Можно? Не надо там ничего насолить. Да, я насолить. Вот. Для сладости мы добавим сахарок, остатки. Это никак мы его съесть не можем. Да? Мы сахар вообще не едим, Дима, вообще не едим сахар. Поэтому для нас это съесть килограмм сахара мы, наверное, съедаем за несколько лет, да? Сахар совсем. Ну, чтобы тебе было сладко и мне тоже. Вот, сегодня мы будем использовать сушеные бананы. Давай, я сюда уже. Посолите это. Вот такие вот. До этого я доставала бананы из морозилки. То есть замораживаете бананы, их вытаскиваете и туда в кашу добавляете вот так вкусно. Обалденно просто. То есть, если у вас дома нет бананов, неожиданно, ребенку надо с утра сделать такую кашу, достаете, делаете, кладете замороженное, кипятком заливаете, все. Прям обалденно. Так, Димочки. А дай мне понюхать, дай. Ну, сейчас я тебе дам, подожди. Сейчас. Пахнет? Как думаешь, получится вкусно? Вкусно. Вкусно? У тебя не вязать, куда повернулся? Можно я попить, можно? Иди попей. Так, а вот есть такая, смотрите, киви. Она продается в магазине сухофруктов. Положу ее себе. Вот она. Вот такая, и себе. А где вода? Ах ты, воду потерял еще, добавил. Да, где? Походишь, у меня это подключено. Так. Плюс к этому еще Димочке я добавлю сушеные яблочки, он любит. Ну, себе тоже добавлю, попробую с ними. Вкусно или нет, но ему нравится. Может быть сюда сяда. Вот. Вот. Такие вот у нас, смотрите, получилось красиво. Осталось залить кипятком. И также мы сделаем еще с Димочкой сейчас чаи разные. Заварочники. Вот, ну сразу, пока у меня тут лежат груши, яблоки, тоже положим их туда, в заварочник. Так, также я добавлю лимончик. Так. Лимончик. Все чаи я разложила в такую корзинку. У нас оказалось очень много чаев. Просто очень-очень-очень много. И гораздо так будет все мне поудобнее. Здесь у меня черный чай. Чуть-чуть я добавляю туда.
Получается, кстати, очень вкусно. Дима, не трогай, пожалуйста. Так, добавляем каркаде. Мне нравится красный такой аромат. Красный оттенок, вернее. Ну и аромат, конечно, у них такой. С вами яблоко, все. И сегодня мы будем пробовать еще добавлять. У меня такие жмых есть. Граната. Это я отжимала для Димочки, выжимала сок. Он не объеденный. Вот, я хочу попробовать с ним еще. Обычно я их съедаю, эти косточки. Но мне интересно стало попробовать с ними чай. Они не обглоданные, без слюней. Не думайте. Вот. И все, наверное. А, еще зеленый чай иногда добавляю. Ну ладно, сегодня не буду. Так, и все, мы с вами уже добавили. Теперь заливаем все это кипятком. У меня уже чайник вскипел заранее. Так, здесь обязательно надо еще, чтобы водичка добавилась, прошла, вернее, везде, через все хлопья. Чуть-чуть пошерстить, потому что бывает такое, что не пройдет. И закрываем. И также добавляем еще и заварочник. Что можно было туда мяту добавить. Потом покажу, что у нас получилось. Так, ну и давайте посмотрим, что же у нас там получилось. Смотрите, какая красота. У нас получается. Водичку тут можно ее оставить, можно ее слить, как нравится вам. Я иногда оставляю. Мне нравится жиденькая. Все это перемешивается. У Димы тоже. В принципе, чуть-чуть можно слить. Это все. И получается у нас вот такой вот завтрак. Очень, кстати, вкусный, очень такой полезный, а самое главное, очень сытный. Ребенку прям очень нравится. Вот так вот. Перемешал, уже не так красиво стало. Так, чай. Давайте посмотрим с вами чай, что у нас там с чаем получается. Так, и теперь у нас чай. Чай обычно я наливаю. Сначала так свой стакан. Ну, как, по-моему, так принято делать. А можно пылесосы углядывать? Тихо. Потом выливаю обратно. Да. Ну, вроде так перемешивается, и после этого становится более красный. Проверим сейчас. Да, смотрите, более красный. Где-то так пополам. Вот такой вот получился красный. Потом расскажу вам попозже, насколько это было вкусно или нет, и стоит вообще так делать. Ну что, вкусно тебе? Вкусно. Вкусно? Нравится? Нравится. Хорошо. Ты киви жуешь? Нет. Вкусная киви? Да. Я посуду киви-то хотел. Да. Большую. Молодец какой. Кушай, кушай. Приятного аппетита. Спасибо, надо сказать. Спасибо. Попробовала сейчас чай. Вкусный, но каркаде, наверное, я добавила слишком много. Больше ощущается каркаде и как будто вкус, такой небольшой аромат граната. И все, больше ничего не чувствуется. Больше каркаде, видимо, я чересчур добавила. Но аромат граната, не знаю, это что-то необычное, это вкусно. В принципе, сколько времени мы уже делали чай в этом чайничке, там добавляли просто все подряд. Иногда добавляли все полностью, то есть чай зеленый, чай черный, чай красный, там плюс там всякие листочки, там яблоки, груши сушеные, то есть абсолютно полностью все добавляли в этот чайник, обалденно вкусно было. Все вместе, как в какой-то помойке. Но очень-очень вкусно, очень понравилось. Да? Да. Там опять, что ты там кушаешь-то? Что ты кушаешь там? Тебе вкусно? Вкусно? Скажи, ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки ставьте. Такой у нас получился сегодня завтрак.
очень редко, но бывает. Бывает, что с утра ребенка накормить нечем, а ждать, пока сварится каша, это целый час, ну, минут 40, да, то есть это долго, пока она остынет, пока там это. Вот так вот быстренько накормить ребенка после 3,5 лет уже можно. То есть до этого я пробовала, у него немножко получалась какашечка немножечко не такая, я понимала то, что слишком рано ему. Вот. Ну, как, например, сырая вода тоже вот давала какой-то вот такой вот оттеночек кала плохого, некрасивого. Вот. А сейчас уже, в принципе, можно, Дима уже все кушает, все пробует, шоколад уже, все-все-все, что возможно. После 3,5. До этого я не давала ему. Да? И кашечки такие очень вкусные, очень довольно быстрые. Да? Ну все, не будем вас забалтывать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Лайки, 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 лайки. Пишите комментарии внизу. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Нам будет очень-очень приятно. Да, Дима? Да. И всем пока-пока. Помаши ручкой. Пока-пока. Да.